Ребята, всем привет! Меня зовут Андромалик, добро пожаловать на выпуск 8 игр. В этом эпизоде я во все поиграю. Толкин Хэнк, первая игра, досмотрите до конца, покажу каждую игру. Самая прикольная игра, наверное, первая. Уже про нее много рассказывал, показывал. Давайте смотреть, новое обновление хэллоуинское теперь здесь. Ой, Хэнк, что ж с тобой? В туалетик хочешь? А я буду играть еще Apple Pencil Pro. Вот, мне подарили. Наконец-то у меня Apple Pencil. Теперь у меня полностью iPad со специальным пенсилом. Стилусом. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, я забыл прикол показать. Здесь можно, по-моему, тапать на него, когда он там только заходит. Уже поздно. Сейчас попробую еще раз показать. Вот смотрите, еще разочек. А, уже не хочет в туалет. Все, к сожалению, не показать. Там прикол был. Ну, сами попробуйте, поиграйте. Так, ну что? Помыть надо тебя. Лай-лай-лай-лай-лай-лай. Хэллоуинский его. О, тыковки нажимаются, ничего себе. И звук издают. Это круто. Слышите, да? Что тут еще нового? Красота. Ну что, смоем тебя? Будешь пахнуть хэллоуинской тыковкой. А, хорошо. Нет, чистить не будем зубы. Вначале покушаем, а потом почистим зубки. Так, что будем есть? Давайте посмотрим, что можно купить. А где здесь покупки? Я забыл. Сюда нажимать? Да. Может, что-то хэллоуинское добавили? Ну-ка. Так, это все было. А где хэллоуинское? Алло, Хэллоуин. Всех с наступающим Хэллоуином, ребята. Конец октября. Хэллоуин ждет. Вы эту дверь открываете, там будут это ходить дети, собирать конфетки, будут говорить «Конфета или жизнь?». Вы открываете. Готовьте самые плохие конфеты отдавать. Самые плохие, которых не жалко отдать. Так. Что мы тут? Ну, давайте заценим за 5 монет вот эту новую щеточку. А что тут можно еще чистить? Не только зубы, не только дырочки в носу. Хорошо ему, да? Все прочистим. Так, и самое интересное, это наш остров. Давайте вот здесь поднимемся наверх, смотрите. Нажимаем, держим и едем. А, тапаем. Оп. На второй этаж поднялись. Ой, это что такое? Ну-ка. Да можно футбол сыграть? О, это увеличивается. Смотрите, какой прикол. На-на-най. Сейчас будет большой. О, сюда нам надо. Смотрите, птичка. Уху. А птичку можно поймать? Это какаду, да? Кто разбирается? Это какаду? Так, а здесь мы добываем Майнкрафт. Так, еще одни наклейки. Потом откроем, ребята, посмотрим на нашу коллекцию. Войдем вокруг этого дерева. Ту-ду-ту-ду. Он хочет погулять с дельфинчиком. Ладно, пойдем к дельфинчику. Где дельфинчик? Видите, дорога нам показывает, куда идти. Он что-то скучает. Это его дружбан, друг его. Он с ним постоянно тусит. Хочет к нему. Ладно, пошли. Где твой дельфин? С ним можно, по-моему, играть в волейбол. Водный волейбол на воде. И в футбол, тоже на воде. Сейчас посмотрим. Вот он. Здравствуйте. А, вот волейбол. Давай, я готов. Оп. И... Так. Оп. Это бесконечная игра, я проверял. Я играл 20-30 у меня было. Она никогда не заканчивается. Она заканчивается только, когда вы впервые пропустите удар. Вот давайте пропустим, сейчас закончится. Вот смотрите. Оп. И конец игры. А так можно играть бесконечно. Она легкая. Она очень-очень легкая, эта игра. Поэтому можно играть долго-долго. Можно сказать, бесконечно. Так, еще есть мини-игра вот такая. Будем кормить нашего друга. Ну что, бургер? Не, это вредная еда. Арбуз? Ананас. Ам-ня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 м. Вкусно. Так, что еще? Картошку фри, ладно, вредная еда, ну хочет он. Немножко можно, раз в месяц. Так. Ой, блинчики, смотрите, с бананчиком и... Я не знаю, что это, наверное, медик какой-нибудь или варенье. У-ху! Отлично, замечательно.
Ту-ту-ту-ту-ту. Так, возьмем, наверное, наклейку или... Нет, очки не хочу. О, новый рюкзачок какой-то можем открыть. Давайте возьмем ему. Вот так выглядит. Окей, нормально, берем. Все, идем дальше. Путешествуем по нашему острову. Так, а вот здесь можно поиграть в футбол. Как я и говорил вам, морской футбол. Водный футбол. У-ху! Надо 5 голов забить. Так, выцеливаем, поехали. Оп, забили, еще собрали. А дельфин у нас типа как вратарь. Только он слабовато как-то играет. Как-то он так совсем не очень хороший вратарь. Но он старается, ничего страшного. Главное участие, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Гол! Еще раз давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все монеты собрал. Вообще идеально. Так, а что, третий раз еще надо? Ну, третий вот так давайте. Идеально. Идеально все прошли. Так, ну, наклейки давайте возьмем. Или... А что такое 5 черепашек, я не пойму. А что это такое? Вот это что такое? И что это? В туалет. А, это мыться черепашкой. Мыло такое. Я понял. Теперь понимаю, что это имеется в виду. Так, идем дальше. Ту-ду-ду, ту-ду-ту-ду-ту. О, спускаемся. У-ху! Буль. Отлично. Та-да-да. О, сундучок. Что внутри? Какая-то шапка. Она постоянно шляпа выпадает, вот эта, одна и та же. Я ее уже 10 раз открывал, если что. Я не знаю, почему она все время выпадает. Шляпа капитана. Может быть, это мини-игра какая-то или еще что-то, бонус какой-то. То есть это не одежда. Это что-то другое. Так, что-то мы тут найдем, походу. Смотрите, он нырнул и нашел бутылку. А мы идем дальше. Тут небольшой остров такой. Уединенный, никого здесь нету. У меня друг появился. Крабик небольшой за мной бегает, видите? Куда я, туда и он. Он плавать умеет, интересно? Не, не умеет, видите? Все, остался там. Не умеет, к сожалению, плавать. Крабик. Маленькие ножки у него. Та-да-та. Тут можно на скутере ездить, чтобы быстрее передвигаться. У него зарядка, кстати, есть, походу. Видите, впереди, типа, разрядится, я так понимаю, со временем. Так, давайте вырубим тут лес. Древесину получим, а за нее, я не знаю, куда она, кстати, тратится. Что-то купить можно, построить. Не знаю, я не разбираюсь. Кто знает, напишите. Куда здесь дерево тратить? Мы его все время добываем, а куда его тратить, я даже не понял до сих пор. Так, что такое плюсик? Можем что-то купить? Давайте арбузами слона кормить будем. О, смотрите, можно сразу 3 ставить. 3 еды, я не знал. Ой, все, 3 раза и накормили его сразу за раз. А я не знал, это фишка такая. Запоминайте, тоже так делайте. Так, очки, не хочу такие очки тратить, пользоваться ими. Мне нравится, как выглядит он так. Так, его еще помыть можно, слона этого. Так, давайте грязевую ванну принимаем. А может шоколадная, не знаю. Как вы думаете, шоколад или грязь? Может быть шоколад, кто знает. Так, моем, 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 моем. Next. Та-да-та. И водичкой. Ой, хорошо, хорошо. Ой, хорошо. Ура, ура, ура. Помыли. Далее, что нас ждет? Нас ждет... Я даже не знаю, что дальше делать. Тут мини-игры есть какие-то еще. Но я не хочу в них играть. Попугай какой-то ходит тут. А это что такое? А, это заряжать. Заряжать электросамокат этот типа. Так, а здесь можно что-то готовить. Давайте приготовим. Та-да-та-так. Выбираем шоколад, черника, клубника. Давайте апельсинчик порежем. Апельсиновый смузи или мороженое делаем. Давайте. Ой, хорошо. Льется-то как. О, красота. Вкусняшка готова. Теперь надо украсить это все дело. Ну, можно вишенку. Можно трубочку такую. Можно так... Вот так вот украсить. Печенюшку еще. Все, не обязательно так много ставить. Мне нравится такой вариант. И Хэнк уже ждет. Ну давай, Хэнк, кушай, кушай, разрешаю.
не то нажимаю. Оп. Ой, хорошо-то как, жизнь удалась. Так, отрыжка, значит, вкусно, да? Правильно я понимаю? Все, игра заканчивается, а мы идем дальше. У нас впереди Tom Gold Run, вторая игра. А еще впереди 6 игр, ребята, досмотрите до конца. Впереди еще много чего интересного. Так, все, я убираю свой стилус. Здесь он не понадобится нам в этой игре. Будем пальцами бегать. У меня тут сундучок открывался в последнее время. Давайте посмотрим, что тут за сундучок. Сундучок открыли, ничего такого интересного не было особо. Правильно? Правильно. За кого будем бегать? У нас тут есть Джинджер, фермер, неоновая Анжела есть. У нее, кстати, есть какой-нибудь апгрейд? Нет, апгрейда нет. Дина у меня не открыт. Это все не открыто, но здесь какие-то персонажи дальше открыты. Здесь очень много персонажей. Вот этот персонаж открыт. Может быть, им поиграем? И есть еще какой-то. Подождите, сейчас покажу вам всю свою коллекцию. Так, это все закрыто. Это все за деньги покупается. Это просто так не открыть. Реальные деньги надо платить. Вот, еще есть Валькирия Анжела. Как вам такая Анжела? У нее один раз можно воскрешаться, если вы куда-то врезались. Можно продолжить бежать. Один раз за гонку, так сказать. За забег. Ну что ж, поехали. Побежали. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ах, ох уж этот ракун, ох уж этот енот. Снова нас ограбил. Придется возвращать свои золотые слитки обратно. Ну ладно, давайте, побежали. Очки уже умножаются на 144. Представляете, это 144 апгрейда нашего главного дома я сделал уже. Представляете, какой у меня уже прогресс. Сколько я тут уже поиграл. Это не один день надо играть, не один месяц. Я думаю, полгода-год надо играть. У меня просто сохранение в облаке, и оно постоянно переходит. Это еще с моего прошлого планшета iPad Pro, который был 2020 года. С него все перешло, очень удобно, я продолжаю играть. Поэтому пользуйтесь iCloud, облачное сохранение очень удобно. Но не во всех играх, к сожалению, поддерживается. Ну а мы бежим, бежим, бежим. У нас уже 127 тысяч очков. Все пока что хорошо, никуда не врезаемся. Не спеша, но еще скорость невысокая, то есть еще пока не сложно. Умножение на 2 всех слитков, это я люблю. Вот, сразу по 2 собираем. А это что такое за бой? Какой-то бластер я взял, 2 из 2. Я даже не помню, что это такое, честно говоря. Это что-то новое, это, наверное, хэллоуинская штука. Раньше такого не было. Это новое обновление. Ну что ж, Анжела, давай посмотрим, как далеко мы пробежим без ошибок, без врезания. Ребят, какие еще игры поиграть? Пишите в комментариях, что еще интересного вышло. Я вот захожу в магазин, всегда ищу новые игры, что-то ничего интересного не нахожу. Подскажите, что там вообще хайповое? Кто-то мне говорил, шаварма, да, игра? Ну, я уже сделал обзор на шаварму. Посмотрите прошлые выпуски там, где про кулинарные игры, где готовить надо. Подборка 8 игр, там первая игра была шаварма. Она мне не сильно понравилась. Ну да, там музыка прикольная, и все. Кроме музыки там ничего интересного не было, как по мне. И все, все остальное, я не знаю, какие там еще вышли игры. Ну, Kingdom Rush последний выходил, и все. Я его прошел, сейчас какое-то обновление бесплатное вышло, там 3 уровня. Ну, как-нибудь соберусь, пройду, но это ж 3 уровня, блин. Хочется засесть на 10-20 пройти. 3 уровня — это мало контента. Хочется побольше. Скоро миллион. Вы, кстати, когда смотрите этот ролик, посмотрите, сколько у меня подписчиков. Походу, уже миллион я набрал. Пока этот ролик выйдет, я уже наберу миллион подписчиков. У меня 1000, по-моему, сейчас, в данный момент, когда я снимаю, 1000 осталось. 1000 человек, и будет миллион, и будем стримить разные игры. Просто так что-нибудь поиграем. Что-нибудь от вас, то, что вы будете заказывать в комментариях. Голосование какие-нибудь будем устраивать. Скачивать в прямом эфире игры, и прям сразу играть. Ну, пока так. Какие-то игры полноценные пройдут, что еще. Посмотрим, пока что планы непонятны. Не знаю, что вам хочется. Надо узнать ваши вкусы, ваши предпочтения, чтобы вы смотрели. Потому что стримить много чего можно. Главное, чтобы вам нравилось. Ну и мне как бы тоже более-менее интересно это было.
Ну, тут что, 500 000 очков уже набрали? Неплохо. А сколько у меня рекорд? У меня, наверное, больше 1 000 000, что-то такое рекорд был. Там что-то еще долго до него бежать. Потому что врежемся, еще кучу игр вам показать. Или еще побегаем правда. Что мне делать? Впереди куча игр, я просто не хочу томить. Кто-то может ждет следующую игру, а я все играю в эту. Думаете, блин, когда же он закончит? Когда он там врежется? Пора уже показывать следующую игру. Да-да-да. А я, кстати, слышал, что iPad mini 7-го поколения скоро покажут. В конце октября, а в продажу в ноябре поступит. Так что я вот iPad mini еще хочу себе. Его, ну, чем он удобен, его можно где угодно брать, в карман, то все, где-то поиграть можно. Вот этот большой iPad вы никуда не возьмешь, он огромный. 13 дюймов, очень большой, очень большой. Поэтому хочется поменьше. Я жду iPad mini 7-го поколения. 6-й я могу купить, да, бэушный там или новый, неважно. 256 гигабайт у него максимальное количество памяти. Больше не бывает. 64, но это очень мало. Или 256. Вот мне надо 256. Может, они сделают 512? iPad mini. Может быть, и 512 возьму, посмотрим. Да. Но я думаю, что я обзоры таких игр не буду на iPad mini снимать, поэтому это чисто для меня. Мне 256 хватит, конечно. Это я для вас там сотни игр скачиваю, потом такие подборки делаю, знаете, все GTA, например, знаете, сколько это занимает, там, очень много. Потом я вот подборку уже сделал, еще раз обновление сделал, это новые игры все эти, Goat Simulator, симулятор козла, который, да, вы меня сейчас снова просили обновиться, там что-то, может, новое вышло, я вот все 8 игр скачал, они очень много занимают, и они в одной папочке мне лежат, так что скоро буду снимать обзорчик. Уже 900 тысяч, это как так? Только что было 600, я говорил, уже 900, очень быстро очки пошли. Видимо, когда скорость увеличивается в игре, да, больше очков дают. То есть ты быстрее бежишь, быстрее накапливаешь эти очки. Смотрите, 950. Так я сейчас рекорд, может, поставлю? Сколько у меня там? 1 100 000, 1 200 000 или сколько будет? Просто я не могу понять, вот как проверить рекорд. Это надо в меню запоминать. Сделали бы здесь где-нибудь надпись, я бы тогда знал, сколько мне еще пробежать хочется рекорд поставить. Ну вот, 1 000 000, смотрите, опа, 1 000 000 ровно. Ничего не произошло, конечно. Ну, 1 000 000 и 1 000 000. Может, 1.5 миллиона, может, 2 у меня рекорд. Сейчас не знаю, сколько я там бегал в последнее время. Но сейчас хороший ран, вообще легко идет все. Очень плавно идет игра. На видео, может быть, там не так плавно, конечно, передается. Но в реальности игра супер. Это супер. Столько невозможно. Оп! Ладно, врезался. Врезался, так врезался. Открываем на будущее. Два открыл я, значит. Сундучка получил. В будущем все это открою. Talking News, следующая игра, буквально минутку. Всегда ее добавляю, просто чтобы отдохнуть мне вот от бега. Вот я побегал и сейчас просто отдыхаю. Вот вам покажу, как они тут дерутся. Давай, Бен, покажи, кто тут главный. Опа! Почему кот не атакует его? Я вот не знаю. Вот. Давай, кот, покажи. Что ты тоже можешь? Во! Красота! Давай, 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 давай. Так. Опа! Оп! 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 Ту-ду-ду! Да-да-да! Ну что ж, отдохнули. Впереди у нас следующая игра. Talking Tom, друзья. Смотрите, у меня 145-й день уже. Смотрите, 145 раз я запускаю эту игру. Ну если что, на YouTube видел, люди и по 500, по 1000, по-моему, раз запускали игру. То есть она же давно вышла. В 18 году, по-моему, или в 19. Не помню когда, но реально давно. Так что если каждый раз играть, это 365 дней в году, там плюс-минус, да, то как бы, да, можно. Можно и 1500, и 2000, наверное, уже получать. Это без взломки, это все честно. Надо просто каждый день играть, заходить, и все. Это небольшое число у меня еще. Это ерунда. У меня, кстати, сохранение, по-моему, слетало. У меня как-то было побольше сохранения, а потом
iPad новый купила, но что-то с облака не перенеслась. Не перенеслось сохранение. Вот так получилось. Ну что, Джинджер поел? Поел. Все, вали со стола, дай другим покушать. Анжела пришла. О, смотрите, какая красота какая вот эта. Мне кажется, понравится. Смотрите на реакцию. А, нет. Это острая штука? Не понял, как это острая? Тут же, блин, арбуз какой-то. И фруктики. А, каждый раз что-то происходит, да? Случайная какая тема. Ту-ту-ту. Оп. Оп. Так, кто у нас тут что еще хочет сделать? Шопинг поехали. Дальше. Так, пошопились, ерунду купили, конечно. Так, что... О, что это за штука, подождите. Вот это что за крендель? Креветка какая-то с сыром. Ну-ка. О, вот это усмешка. Так, давайте какой-нибудь мега-шедевр сделаем ему. Так, что за микс? О, вот эта штучка прикольная. Ну-ка, смотрим на реакцию. Понравится ему хоть эта штучка? Ну, давай. Тестируй. Ну, все. О, смотри, что-то будет. А, рыгнул он просто, да? Ему весело. Ясненько. Так, кто еще что хочет у нас? Так, тут микробы изучает под микроскопом. Так, тут мы что-нибудь посадим новенькое. И польем. Окей. Так, покушаем. Ням-ням-ням. Все покушали. Так, оп. Так, это мы уже сделали. Что еще? Можем в баскетбол поиграть? Кто за баскетбол? Оп. Поехали. Давайте усложним, чтобы она двигалась. Опа. Корзина двигается намного сложнее так. Вот смотрите, я попасть не могу. Оп, блин, все криво. Опа, попал. В 5 раз больше очков дают, если попадаешь именно с двигающихся. А, в 2 раза, не в 5, что-то я увидел, мне казалось, пятерка была. Только в 2 раза, блин. А сложнее не в 2 раза, мне кажется, намного больше. Так, попасть не получается. Не получается. Вот так все время, по центру. Давай. Блин, вроде красиво, быстро попадаю, но... Ну, что-то вот он не попадает в дырку. О, вот только справа как-то получается. Что за подстава? Что это? Вот, смотрите, 4 подряд было. 5 подряд. 6 подряд. Пошло дело. 7 подряд. Ай-яй-яй, 8 попал. 9, я не верю. 10. Ну, ладно, достаточно. Не будем испытывать удачу. Пусть она мне останется на другой игру какой-нибудь. Все. Так, кто еще требует помощи какой-то от меня? Так, ну все заняты, тут дела делают. Играют, огород поливают. В общем, я вроде готов. О, а ракету какую-то открыл. Какую-то ракету открыл. Тут еще, кстати, призы, давайте посмотрим. Никогда не смотрел, что тут за призы. Так, ну пока ничего интересного. А какой последний приз? Знаете, там в конце всегда что-нибудь интересное ставят. Давайте смотреть. Ну-ну-ну-ну. Так. А сколько вообще уровней-то? Я кручу, что-то думаю, сейчас конец. Сколько тут? 50? А, этот Space Suit. Вот самое главное. Это космический костюм. Ну и все. А сверху тут платные вот эти обновления. Ничего интересного там просто. Короче, можно все бесплатно открыть, так сказать.
без доната. Talking Tom Hero Dash, следующий у нас раннер. Поехали бегать, вернее, побежали. Что у меня тут по открытию? Новый этот. Я, кстати, здесь полностью игру прошел. То есть я освободил всех персонажей, победил всех боссов. И теперь у меня, смотрите, город. Сейчас покажу, вот сюда нажимаем. Это первый, чистенький, видите, ничего нет. Второй, тоже ничего нет. Третий, нечего делать. Четвертый, пятый и шестой. Видите, все, строить нечего. То есть игра пройдена, ребята. Я не знаю, что теперь делать. Только вот паки открывать, чтобы костюмчики вот эти вот, видите. Вот, например, у меня этот костюм открыт. Давайте поиграем с этим костюмом. Погнали. Ну давай, Том, беги. Игра пройдена, но я покажу ребятам, что тут еще можно делать. На самом деле, не знаю, что показывать. Делать нечего. Мы просто бегаем. Здесь главное паки открывать. Вот эти сундучки, которые надо ждать много часов. И в них может выпасть часть костюма. Вот. И можно так все костюмы для каждого персонажа открыть. Всего 5 персонажей есть, что в игре. Так что костюмов тут немного. На каждого по 2 костюма, по-моему, персонажа. А так, не знаю, какой смысл играть в эту игру. Она пройдена. Нового контента не добавляют, не обновляют игру. Как не знаю. Ладно, побежали. Пум-пум-пум-пум-пум. Немножко побегаем. У нас еще сколько? 3 игры впереди или 2? Большой выпуск получается такой. Большой. Надеюсь, вам понравится, ребята. Ставьте лайки, не стесняйтесь. И подписывайтесь. У меня много еще роликов впереди. И в Телеграм можете залететь в группу. Создал. Там буду много чего интересного писать по стримам и прочее. Какие-то у вас вопросы может спрашивать будут. Что делать мне? В какие игры играть? Как поступать? Стримить, не стримить? В какое время стримить, например? Я не знаю пока что. Какие игры, может, вы хотите в первую очередь постримить? Посмотрим, посмотрим, ребята, посмотрим. Заходите в Телеграм, там 240 подписчиков или 230 у нас. Давайте, давайте, подлетайте. Вы будете первые знать всю информацию. Никто не будет ничего знать, только вы, потому что подписчиков немного там. Из 1 240 000 человек вообще прям. Вы просто элита. Элита будете. Так что давайте, не стесняйтесь, кнопочку нажимайте. Всех принимаем. Все могут вступить. Вот это не работает, да? А, можно, 2 штуки нашел. Ну-ка, давайте посмотрим, как это работает. Давно уже не использую, это что такое? А, это мы летим. Типа босс. Давно я такое не использовал. Какие-то бомбочки взрываем. Что вообще происходит? Редко я тут бывал. Для меня новинка такое место. Может, один раз только был. За столько времени. О, ух, врежусь. Кстати, я думаю, выпуск на русский канал на английском записать. Интересно, вы поймете что-нибудь, что я буду говорить? У меня просто англоязычных много смотрит почему-то на Dramatic Play. Как пошли санкции, что YouTube в России начал блокировать, да? Меня почему-то американцы начали смотреть. Может, это русские в Америке? Я не знаю, но у меня написано Америка. 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 На первом месте, кто меня смотрит, это USA. USA. На втором Россия. На третьем Индия, да. По-моему, на третьем Индия. Еще какая-то такая страна, типа Индия, что-то. Так что у меня геолокация американцы, получается. Вот так вот, ребята. Американцы подсели на мой канал. Может, на английском реально запилить пару эпизодов? Не знаю. Вот так. Hello, guys. We're playing games on iPad Pro. Enjoy the episode. Давайте я дальше продолжу на английском. Как вам, ребятки? Начал на русском, закончил на английском. Давайте. Next game, My Talking Angela 2 Plus. Let's play. It's special game for Apple Arcade Service for 7 or 8 bucks per month. They increased the price of this service.
Okay, Angela, that's my princess. Toilet first, right? Let's go. Pooping time. Oh my god. Oh my god, Angela. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Dance, dance, dance for me. Dance, 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 dance for me. Оп, оп. Dance, 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 dance. Dance, dance. Окей. Чик-ч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 ик
like it here. Okay. Let's eat. Ням ням. Okay, let's travel to New York. New York, hot dogs, pizza, and dirty street. That's New York. Ну что, ребят, достаточно на английском? Или продолжайте? Что скажете? Что скажете? Давайте какой-нибудь эпизод полностью на английском запишу. Вы даже подумаете, что это не Андромалик, вы будете думать, что это просто кто-то купил у меня канал, или вы попали на чужой канал, не знаю, что вы подумаете. Кстати, а как, почему здесь в нос нельзя, вот как в Talking Hank сделать? А, вот глаза можно, видите? Ну, типа как в нос, так буль-буль-буль-буль-буль в дырочке. А здесь нельзя, видите, Talking Hank более продвинутая игра. Здесь такой фишечки нету, к сожалению. Так, ну что, реснички там, или что мы делаем? Реснички розовенькие. О, да, вот какие они красивые. Отлично. Так, ну что, давайте дальше у нас. Talking Tom, Time Rush. Let's run, ребята. Продолжим на английском, ребят? Не знаю даже. Голосуйте, как продолжать. Буду на английском, буду вас учить. Будьте такие, hello, Андромалик. I am from London, capital of Great Britain. Да? Ту-ду-ду, побежали. Самая неинтересная игра. The worst... Talking Tom running game right now is on your screen. There is no updates, no new content in this game. I have no idea why I should play this game. There is nothing to unlock. There is no endless game. It's like a little bit boring. They forgot about this game, I guess. It's low download score. That's surprise. The reason why they forgot. I guess. Or maybe in future they'll update this game to make it absolutely new gameplay like Talking Hank. They made it Talking Tom Hank Islands. It's better than before for sure. Islands. Maybe they'll update it for this game as well later in 5 years. Easy game. Shield, nice. Protected. Jump. Pam 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 pam. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Okay, boss time. Let's chase raccoon. Up, up. Yee-hoo. Pim, pim, pum. Jump. Nice. Up, up, up. Opa. Hop, 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 hop. Hop. Hop.
Too easy game, too easy. Так, ну что, ребятки, у нас там еще одна или две игры. Надеюсь, вы досмотрели до этого момента. Не скипайте мои ролики. Я стараюсь, честно, стараюсь. О, последняя игра. Talking Tom, Candy Run. Let's play. We can make an upgrade. For 31k. New multiplier score. Let's run. Let's go. Оп-оп-оп. Jump. I'll destroy you all. I'm Hulk. I'm Hulk. Green Hulk. Кенди. Оп. Second character, second life. Let's run one more time. Let's see what's inside chest. Nice. Go. What's this? Oh yeah. Destroy. Mistake. Sorry guys. My bad. Jump. Oh, my nose. Oh, it's glitching. Okay, I'm alive. Oops, that's it, guys. Today's episode is over. Thank you for watching. Ребята, все. Эпизод закончился. Как вам мой английский? Может быть, целый эпизод на английском закачать и отснять для канала Andra Malik Play? Как вы думаете, ребята? Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Ну, а я прощаюсь с вами. Спасибо, что смотрели до конца. До новых встреч. Подписка, лайк. Скоро будут стримы. 1 000 000 подписчиков. Пока-пока. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.